остаются у нас невыполнены. Нарушение длительного характера связано с выводом сигнала на пульт 01 и незначительное мероприятие связано с автоматической пожарной сигнализацией. Но сроки стоят у нас июнь, август и конец 2015 года. Соответственно, данные учреждения у нас будут функционировать, но в не 100% соотношении. Нет, отдыхать. Ну, я все. Давай.